Всем привет, я Ада. Пока мои хозяева заняты работой, я расскажу о вкусняшках для чистки зубов, которые они мне недавно купили. Сами вкусняшки бывают нескольких видов и марок. Педигри, Титбит и другие. Но мои хозяева решили купить косточку от немецкой фирмы Dr. Alder. Dr. Alder – это фирма-производитель продуктов питания для домашних животных. Она была основана ее нынешним директором Манфредом Альдером и раньше делала только сухие корма. Теперь делают и снеки. Чистка зубов собаки очень важна для моего здоровья. Мы поддерживаем гигиену полости рта с помощью твердой пищи и костей, которыми счищаем часть налета с зубов. Но этого недостаточно, поэтому мы просим у хозяев дополнительные вкусняшки. Денснекс – это профилактическое лакомство, которое за счет механического воздействия чистит мои зубки, а также предотвращает появление зубного камня. Ну что ж, посмотрим, как оно в действии. Ну давай, не тони, я хочу кушать, давай, такая вкусная, давай, бегом, давай уже, человек, мне ее уже. Да я тебе сказала, бегом! Ну, пахнет вроде неплохо, сейчас посмотрим, что это у нас здесь. Давай. Блин, коробки мне еще дали, невозможно ее забрать, тащу, нет, не могу, тяжелая слишком. Давай, пахнет вроде неплохо, да, в пакете только, но оттуда тоже пахнет. Вот кто тебе-то думался взять мне ее дать в пакете? Ну пакет же для собаки совсем невозможно раскрыть. Ну вот смотри, вот не могу, зубами даже не могу. Клыками не могу, ну вот смотри, как. Вот наконец-то достали, ничего, неплохо, зубами, конечно, берется плоховато. Но я выберу, что-то вообще не пахнет совсем. Ни мясом, ничем, коробка лучше пахла. Вот, подержи меня. Какая-то невкусная. Нет, что-то не очень сильно. Держи, я пока поем, давай. Доктор Клаубер, конечно, схалявил, но она совсем не для собак. Она невкусная, она какая-то не жуется, большая. Вообще, вот вообще никак. Никакая. Недовольная я. Недовольная. 4 из 10, наверное. Потому что упаковка была вкусная, пахла. Но так-то я, в общем-то, не очень довольна. И не тычь мне в рот, я уже все наелась. Не хочу, невкусная, смотри. Ой, ну ладно, давай, вот еще погрызу. Чтобы успокоились только, вот, погрызу. Ой, зачем ее купили вообще? Она такая невкусная вообще. Ой, вообще она такая твердая, я не могу. Ой, опять. Хорошо, перелягу на диван, может там будет вкуснее. Опять положили ее мне в упаковку. Вам нравится, что мне из упаковки не достать, да? Пахнет упаковка вкусно. Наверное, теми вещами из моего магазина, которые вы мне не купили, а купили эту фигню. Она такая невкусная, обычный мел. Зачем? Доктор Алдер, не выпускайте больше такие продукты. Собакам невозможно такое кушать. Я недовольна, мои друзья недовольны. Завтра на Авито сделаю объявление. Продается 2 косточки Доктор Алдер. Ну не могу я это есть. Не покупайте. Пожалуйста. Ваши питомцы будут недовольны, как я недовольна. Вот папа сейчас сидит, угорает на мной, пытается записывать ролик, а мне-то некогда. Я не хочу. Он невкусный. Спасибо большое. Выводы можно сделать такие. Она очень плохая, невкусная. Для собак не представляет никакого интереса. Даже мне было неинтересно. Папе было неинтересно. Мама стояла, смотрела, как я ее пыталась грызть. Пихала ее мне в рот. Она невкусная. Может быть, тирбитовская будет ничего. Ребята, давайте следующую купим тирбитовскую. Сделаем на нее отличный обзор. А лучше всего купите мне зубную пасту. Попробуем почистить зубки. Покажем это все на видеокамеру. Заснимем ролик. Интересный будет. Ребята, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Следите за моими обновлениями и новыми видео. Пока!